Achieved with CryEngine 3. Окей, я тебя прикрою. Встретимся на дальней стороне. Тревога в секторе. Беглецы пересекают периметр. Уничтожить со всей тщательностью. Максимум защиты. Прикрою. Встретимся на дальней стороне. Уничтожить со всей тщательностью. Следите за секторами! Вас понял? Это что такое? Держите! Окей, я тебя прикрою. Встретимся на дальней стороне. Тревога в секторе. Беглецы пересекают периметр. Уничтожить со всей шаги. Следите за секторами! Вас понял? Маскировка отключена. Ладно, тут ничего. Я проверю! Вижу объект! Маскировка отключена. Наверное, показалось. Я выгляну, прикройте! Внимание! Объект! Используется! разберешься сам. Отвали! Не нужен мне гидрокостюм. Встретимся внизу, окей? Вас понял. Выдвигаемся. Псих, двигаюсь в следующую зону. Псих? Да. Понял. Почти на месте. их я прошел. Да, я понял. Встретимся у лифта в башню. Я проверил. Укрытие! Осторожно. Цеф устанавливает турели. Ты можешь их сломать. А я не могу. Как только мы войдем, то встретимся с моими людьми. У тебя есть люди? Ты же знаешь меня. Я всегда играл в команде. Я никуда не пойду, пока не услышу ответы на некоторые вопросы. Да, я помню. Большинство из них должники. СЕЛЛ владеет энергией целиком и полностью. Оплатить счета невозможно, только отработать. Тебе это никогда не удастся, в том-то и прелесть. Ты застреваешь в этой схеме отработки долгов навсегда. Другого выбора нет. Нет, один есть. Сражаться. Смотри, я покажу тебе, чем занимались СЕЛЛ, пока ты спал. Может, тогда ты поймешь. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Версия 2.0. Что они сделали? Город. У него есть энергетическая аура. Почему это? Это СЕЛЛ. Они распределяют энергию инопланетных технологий. Питают всю мировую сеть от одной цефской машины под куполом. Это не может быть так просто. Так и есть. Уничтожишь энергию, уничтожишь СЕЛЛ. Проще некуда. Нет. Альфа-Цеф показал мне видение. Мы это уже проходили. Тут должна быть какая-то связь. Пророк, пришельцам конец. Ты сам их порешил. Остались только бродячие беспризорники. Нет. Есть нечто большее. Только бы найти подсказку. Где-то здесь ключ к разгадке. Слушай, пока ты там охотишься на инопланетян, которых нет, СЕЛЛ тут активно захватывает мир. Ты нужен нам здесь и сейчас, босс. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить СЕЛЛ. Здесь совершается не просто революция. Я видел это. СЕЛЛ играет с вещами, которых и близко не понимает. Что бы они ни делали, это приведет к концу света. Мы должны их остановить. Верно, мать твою. А теперь идем. В порядке. Выходим на конечную скорость. Понял, Ромео-1. Вы зачистили периметр. Купол свободы построен для отражения угрозы цефов. У тебя преимущество. Части СЭЛ готовят ответную реакцию. По нашим расчетам, у вас около 30 минут. Выделенная зона еще безопасна. Активность наземных сил СЭЛ тут минимальна, но башни работают на 100%. Будь осторожен и доставь снаряжение на базу. Это Клэр, региональный командир Нью-Йорка. Она не солдат, большую часть командиров мы потеряли, но она отлично справляется. А теперь ты, значит, готов подчиняться? Ты знаешь, на этот раз все по-другому. А, черт, она заставила меня пока...